держи. Так. Тебе только правый нужен. А, только правый. Да, вперед. Если ровно вперед, он обойми грядет. Если только направо, он один туда, как танк разворачивает. Оба назад сюда. Если по диагонали, один стоит, другой гребет. Так что можешь вперед и подруливать правее, левее. Пробуй. Ничего плохого с ним не случится. Зато принцип танка поймешь. Да, просто управление. Единственное, что у него есть инерция, то есть он отправил в поворот, он и бросил, да, например, он по инерции может разворачиваться. Но это тут уже гидродинамика играет, вот уже не сам он виноват, а вода, и вот, как водоворот. Периодически пробуй подруливать, да, правее или левее, одно колесо будет тормозить, как бы, ну, как на тракторе, короче говоря. Принцип такой тракторный. На гусеничном, я имею в виду, на колесах. Ну, учитывая, что лопасти довольно маленькие, один где-то оборот в секунду, я точно-то не мерил. В принципе, для вот такого небольшого пруда самое-то быстрее не надо. Сейчас я, наверное, пока ты рулишь, на телефон сниму. Как? Про базу данных забываешь? Хороший это. Мозг выключать. Да, да, выключай, да. А главное на свежем воздухе. Не, в принципе, серая машинка хорошо справляется, достаточно. Я действительно сделаю еще побольше лопасти. Да, лопасти, если будет побольше, он просто... Он еще быстрее, да, будет. Ну, это нормально, мне кажется, когда быстрее тоже не сильно. Ну, поэтому я говорю, сделать 2-3 варианта. Хочешь, помедленнее прикрутил, хочешь, побыстрее прикрутил. А, вот это съемное, они, да? Они же съемные, да. Еще. Сделать разного цвета, напечатать. Будешь знать, что розовый там самый медленный, какой-нибудь желтый там побыстрее, красный самый быстрый. Нет, прикольно получилось. Это вот когда уже первый раз протестировал, это сегодня, что ли, да? Или нет?